Всем привет! Давайте продолжать сравнивать, как дело происходит в Maya и как дело происходит в Blender. В этом ролике давайте рассмотрим именно веса. Итак, вот такой персонаж. Давайте сейчас я опять же включу скелетон. Колесико на полоску вытягивает окошко и назначу вот эти Inverse Kinematic. Нажимаем Crit X. И жмем вот на эту косточку и на эту. Так, ну, чтобы было что раскрашивать, да, хотя бы. Рик, конечно, тут недоделанный, совсем недоделанный. Но для объяснения, в принципе, пойдет. Хоть понять, что тут да как. Итак, все назначено. Выбираем теперь вот эту центральную кость таза и Shift на персонажа. Давайте скин. Bing Skin, теперь все это дело срастим. Все оставляем по дефолту. Если скинуть настройки, то вот Reset Setting. И для Unity рекомендуют четверку здесь ставить. Но я пока поставлю тройку, мне тут без разницы. Все пусть так по голому стоит. Так, теперь Bing Skin нажимаем. Смотрим. Персонаж прирос. Все вот. Чтобы вернуть его, если вы его вот отодвинули, и вернуть в изначальное положение, находим опять же скин и go to bin posit. Вот это нажимаем. Так, теперь выбираем вот этого персонажа и заходим в разрисовку. Это скин и находим paint skin widget. В ранних версиях там разные названия, так что ищите paint skin и нормально будет. Итак, вот такие у нас тут веса. Так, найдем голову сразу. Вот он, joint. И если мы сейчас будем управлять вот этой косточкой, то челюсть будет на месте оставаться. Что нам нужно сделать? Нам нужно ее покрасить. Красить. Переключаемся на английскую раскладку. Это Shift Alt. Включаем B кнопку и левая кнопка мыши. Вот можно прибавлять, уменьшать вот этот размер кисти. Чтобы это все виднее было, сейчас вот в перспективе я вам покажу. Вот так. B нажимаем, левая кнопка мыши, и вот растет, уменьшается вот этот вот размер кисти. Так, здесь установлен Paint, потом здесь Replace стоит. Все по единицам, Skin Widget, ну короче, все вот стандартно. И можем вот подкрасить здесь вот таким вот образом. Вот такая штука. Если сейчас мы тут закрасим шею и посмотрим, как это все дело будет крутиться, вертеться. Так, вот сзади можно еще зацепить. Так, выходим с этого положения, находим косточку. Так, вот в такой вид переключаемся. Так, что, подзавис? Нет, вот косточку включаем. Ротацию и смотрим. Вы видите, что голова работает неправильно. Не беда. Давайте теперь зайдем, опять же, выберем кожу и зайдем в Skin, Paint Skin. И найдем уже не голову, допустим, а Joint, отвечающий за грудь. Так, где он тут? Надо их, короче, подписывать обязательно. Вот она, грудь. И давайте подкрасим вот вместе с шеей вот этот воротник. И шею зацепим. Так, вот таким вот образом. Кисточку можно теперь би прямо еще поменьше, чтобы подлезть аккуратней. Так, и вот так вот здесь все это дело подкрасим. Так, шею вот здесь оставим. Ну, в принципе, что тут у нас еще? Ну, сделаем вот так вот. Все, закрываем. Опять же, заходим, находим косточку. И попробуем ее покрутить. Вот теперь нормально крутится, но подбородок я пропустил. Опять же, не беда. Тут все устроено так, что здесь не беда. Находим персонажа опять.
И опять же skin, paint skin. Так, и вот эту часть, это уже нужно найти голову. Joint, находим голову и подкрашиваем вот тут вот так. Во. Чуть-чуть подбираем. Все, теперь подбородок тянуть не будет. Тут вот другой вопрос. Можно еще красить каким вот образом? Ну вот если мы сейчас переключимся на грудь, опять же. Где она тут? Вот она. И закрасим опять же половина головы, которая вот начинает тянуть. Смотрим, что получается. А получается страшная картина. Вот челюсть остается вместе с воротником. Как это можно дело все подправить? Опять же выбираем гражданина кожу, выбираем paint, находим вот эту вот функцию, но найдем теперь голову. Вот голова найдена. Мы ее теперь опять же выходим. Возвращаем все. Skin go to этот. И нужно выбрать вот этого персонажа. Именно ту часть, которая нам нужна. Выбираем лассо. Ставим на полигоны. И вот так как-то аккуратненько это дело все выделяем. Теперь заходим при выделенных вершинах полигонах. Заходим опять же в Paint. И нажмем вот эту вот флут, заливка. Все, теперь у нас голова залита так, как нам надо. Так, теперь зайдем, снимем полигоны. Уберем их. Так, и следующий этап. Опять же выбираем гражданина. Так, это вот. Переключимся вот в эту функцию. Выбираем гражданина и заходим в скин. Находим Point Skinned. Вот этот виджет. И найдем теперь joint вот этой вот руки. Правой. Так, это вот. Где она тут? Где-то вот она. И мы видим, что здесь вот зацепила эта штука. Можно, конечно, тоже вот Paint Select поставить, выбрать здесь полигоны. Ну, почему-то она через раз работает. Мне не понравилась эта штука, короче, тоже. Как и автору канала, который это все объяснял. Ну, сделаем попроще. Мы найдем предыдущую вот эту часть. Так, находим вот эту часть. И просто Paint мы ее, как нам надо, подкрасим. Вот так вот. Поровнее как-то так. Вот, чтобы ничего не забыть, подровняем. Ну, вот что-то в таком духе. Теперь, если мы вернемся на Join, вот этот, который был с зацепом, вы видите, что у него тут все, оказывается, нормально стало. Потому что та часть уже подправлена. Так, это все понятно. Заходим опять, выбираем кость. И теперь посмотрим, как она крутится. Вот вы видите, что она за собой уже ничего не тянет. Все, зашибись. Ну, словом, вот такая здесь штука с этими весами. Давайте еще объясню, какую систему. Так, skin, paint, skin. Выбираем. Так, 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 так. Вот как работает вот эта вот функция. Paint selected. Вы ее выбираете. Сейчас, если она будет работать, то работает, то нет. И выбираете полигоны. Вот они. Вот эти полигоны. Вершины. Там сзади, конечно, выбираете. Если где-то зацепили, B английская поменьше, и ставите ремов. И вот этим ремом вот так вот чуть-чуть подчищаете. Можно флур нажать, но она не работает. Вот эта штукенция. Если даже вот Paint сейчас поставим, ну попробуем. О, залилась. На Paint залилась. Вот так она работает. Ну, это вот здесь такие веса. Тут еще можно что делать. Ставим раскраску. Так, ну какую? Тут же еще нужно умудриться. Тут вот рендер есть. Но то, что в ролике нету.
Амур тут давайте попробуем поставить. Так, вершины давайте сбросим. Вот так вот. И попробуем теперь какую штуку. Опять же скин, paint skin находим. Выбираем какую-нибудь запчасть. Угу. И попробуем цвет поменять. А цвет у нас как меняется? Словом, здесь вот он чуть-чуть чего-то не того. Плоховато у меня работает. Так. Ставим теперь Selected Scale Smooth. Так, Paint вот ставим, Smooth ставим. И вот можно здесь, если вы включите именно видимость вот этих вот самих, как сказать, цветов. Почему-то у меня тут не работает нифига. Так, это что у нас тут? Initialize. Ну вот смут, он вот эти края. А, во, начал работать. Понятно. Вот здесь чуть-чуть вы растушевываете, чтобы он мягче, короче, сгибался. От синего к светлому. Здесь вот можно красный прям, по-моему, заделать, ну, где двигаться совсем не должно. Ну, короче, вот такая штука. Растушевка, подтушевка. Все, идем в блендер. Итак, блендер 2.83. Вот такой вот персонаж у нас в прошлый раз был. Так, смотрим, что у него тут да как. Вот есть кости и есть персонаж. Если нам надо раскрасить, посмотреть веса, вот выбираем, допустим, кости, заходим в Pose Mode, выбираем какую-нибудь косточку, выбираем Object Mode и через Shift выбираем персонажа. Заходим теперь в Width Paint и через Shift вот можно вот так все это дело смотреть, где какая разрисовка веса. Вот так. Если вам нужно, вот выбрав кость, что-то подкрасить, то выбираем, вот есть тут разные кисточки, это умножить, мультиплей, потом микс, забыл как называться, Darknet, словом могу сейчас перевести, преференции, интерфейс, и можно почитать на русском, не так уж тут важен английский будет, наверное. Так, а вот эти не переводятся, печально. Можно в интернете перевести. Словом, тут есть добавить, разбавить, что-то в таком духе. Субстант, вот мультиплейс выбираем. Вот можно немножко тут поразбавить вот эту всю часть. Если выбираем Add, то можно вот выбрать красным цветом те части, которые не должны двигаться, допустим. Но это больше подходит вот к лицу, к голове. Так. Вот это вот голова у нас есть. Отключим пока косточки. Тогда все отключается. И вот можем вот эту часть, где челюсть, вот так все покрасить. Даже каска. Она же металлическая. Вот она двигаться тоже в принципе не должна. Ну там уши можно оставить там. Еще какие-то части. Так, Ctrl-Z. Подправить вот эту вот разрисовку таким образом. Через Shift убираем таз. Вы видите, что здесь все нормально, мягенько и прошло. Если что-то нужно вам еще тут, то нужно уже пробовать. Это так, это красный. Мультиплей разбавляет. Микс добавляет Ctrl-Z. Я этой штукой, в принципе, не пользуюсь. Вот тут вот
синий цвет, если где-то что-то вот нужно сравнять. И ищем переход, где тут. Так, darkness. Нет. Add. Вот, add. Ctrl-Z. Теперь интенсивность можно уменьшить, а радиус, допустим, прибавить. И вот получается вы вот от нежных тонов так идете и где-то разбавляете. Где-то вот делаете, допустим, пояс, чтобы здесь пояс не двигался. Ну, словом, подкрашиваете и так далее. Так, смотрим, заходим в объектный режим. Выбираем косточки и заходим в Pose Mode. Так, теперь давайте посмотрим, что тут вообще будет происходить. Как это все будет двигаться. Вот вы видите, что пояс покрашен красным, это не двигается. Здесь вот все нормально. А пояс, мы показали, что это будет типа кость, которая не будет двигаться. Так, смотрим голову. Ну, голова с каской нормально. Ну и посмотрим руку. Здесь вот красным было намазано. G. Вот вы видите, что и рука, где красная, перестала двигаться на суставе. Если выбираем сустав, он тоже не хочет. А эту косточку, вот это двигается. А вот здесь, где мы намазали красным, здесь уже все, game over. Нужно подправлять. Объектный режим. Выбираем косточки, выбираем персонажа и опять заходим в режим весов. Через Shift выбираем вот эту кость. Смотрим, как она выглядит. Это вот нормально. Вы видите, что переход у нее нормальный. А вот эта кость, она вот красная. А эта косточка, пальцы красные стоят. Вот они двигаться не должны. Это неправильно. И все тут уже выбираете и начинаете где-то что-то подмазывать. Где-то что-то настраивать. Вот здесь вот можно чуть-чуть субстанс. Вот если мы начинаем синим красить, возвращается все по дефолту. И потом можно уже изначально наносить свои веса. Вот как-то вот так тут. Вот таким вот образом дорисовывать слово. Где-то посильнее по красному, где-то поменьше. Вот кость не должна двигаться, середина. А здесь вот смягчение должно быть и так далее. Ну, короче, вот такая штука. Надеюсь, вы поняли. Я веса, в принципе, и не подправляю в Blender. Такой необходимости не бывает. Но если модель закидываете из миксама или еще откуда-то, то да, там есть такие нюансы, где нужно подмазать, подкрасить. Вот таким вот образом красите, и человек становится человеком. Рука становится рукой. А где не надо, все становится вот таким вот бездвижимым. Все, всем пока, до свидания.